с нашего края. С нашего края дремлющей вселенной не видно, что творится за углом. Да что там за углом, в своей деревне, не понимаем иногда, что и почем. Не понимаем иногда, откуда ветер. А еще хуже, что не знаем мы, куда он дует и зачем нам солнце светит. Чего хотим, порой не знаем, вот беда. И зачастую мы не знаем очень точно, как же нам отличить добро от зла. Совесть давно в душе простая строчка, что между ними лишь условно пролегла. Иисуса нет, апостолов и Канта. Категорически забыт императив. Мы превратились в эмигрантов и мутантов, в краю иллюзий, стёба и нажив. У нас теперь цинизм в большом почете, умение шустрить и воровать. Если ты лох, то будешь ты в пролете. Всю жизнь на лбу будет уныние печать. Поэтому лохом быть непрактично. Каким-нибудь учителем, врачом. Лучше всего чиновником циничным. Судьей продажным, рейдером, ментом. И лучше не соваться в бизнесмен. Это лохи под стать учителям. Их дуют беспрерывно, аж в три смены. С ума с тюрьмою о них плачут по ночам. Такие вот дела у нас тут, с краю. Такие неплохие вот дела. Осталось научиться только лаять и вырабатывать в крови антитела, супротив всяких вирусов поганых, что не дают нам жизни без конца. Землею станем мы обетованной для всех инопланетчиков тогда. Тогда не хуже будем мы, чем аватары. Прославим мы тогда родной свой край, что на краю вселенной затерялся. Скоро узнают все про этот рай. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор вам ищет эссе. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук, СД.